Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сир Адмир Олиплей, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник по регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой вот промокод KGAME. Как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. А тем временем какой-то плохой человек пытается скинуть мою машину в воду. Я вот таких серьезных людей не понимаю, потому что я стоял на обочине, никого не трогал и просто эти придурки кидают мою машину в воду. Сейчас кто-то получит пилюлей, я думаю, да? Потому что так делать нельзя. Это моя машина, алё. Реально, чувак вообще не в теме, я так понял. Никуда ты ломишь. Реально, блин, чё все такие злые на Радмире? Я вот не понимаю. Я стоял, никого не трогал. Чувак начал мою машину толкать в воду. Потом другой чувак хотел мне украсть машину. Я вот этого не понимаю. Ну ладно, пацаны, у нас сегодня не об этом серия, в принципе. Вышло новое обновление. А именно, добавили вот такие вот, не знаю, как они называются, подъемники, в принципе, наверх, которые могут вот отвезти. Также есть вот такой вот трасс, на которой, типа, можно, скорее всего, дрифтить, наверное. Но что-то вообще не дрифтится, на самом деле. Прям вообще никак. Ну, короче, много чего добавили. Добавили Дед Мороза, добавили квесты. И сегодня мы все это посмотрим. Я не знаю, показывать ли вам полностью все, либо растянуть это на пару серий, чтобы было поинтересней. Вот такая вот елка, пацаны, классная, такая пушистая, красивая. Вот дом Санта-Клауса, а сам Санта-Клаус должен быть, вон он стоит, кстати, видите? Это прикольно, реально. Ой, что тут написано с Новым годом. Я вообще, я охренел, когда я вышел, и он типа едет, смотрите. Нихуя себе, конечно, это жестко. Не жди, как классно все выглядит просто, эти домики. Реально так атмосферно. Реально атмосфера какая-то классная такая. Так, давайте возьмем квест у Деда Мороза, в принципе, какой-то. Так, давайте посмотрим. Вот, это NPC-шка, если что. Ох-охо, довольно редко можно встретить гостей в такой глуши. Короче, если хотите, можете прочитать, потому что я думаю, здесь ничего интересного нету, просто он говорит, что сюда мало кто приходит, надо взять квест там и так далее. Ну, поняли. По заданию. Елочные игрушки, неактивно. Потерянный олени, неактивно. Снежная битва, гонки на снегоходах, пуск горы. А можно типа поэтому? По-разному типа убирать, я так понял, да? Да, можно по-разному. Надо типа 10 раз спуститься с горы. Как это сделать, мне интересно? Об этом ничего почему-то не сказано. Ну ладно, я думаю, надо наверх подняться, и потом все будет нормально. Так, давайте пробуем съехать. Чё он не едет вообще? Чё оно не едет? Серьезно, я пытаюсь ехать, он не едет. Такое себе. Чё он не едет, алё? Ну серьезно, почему? Я вот пытаюсь ехать, он вообще не едет. Что за проблемы с моим сноубордом? Может, это из-за скина, либо еще за чего-то. Но я реально не могу даже доехать туда. Это какой-то реально бред, пацаны. Мне вообще кто-то написал чит. Это мне написали или нет вообще? Какой-то джек, ну я съехал еще дальше. Блин, я какой-то тупой, пацаны. Извиняюсь, что я туплю жестко, но какая-то дичь, короче, происходит. Я типа съехал. Так, выбрать аксессуары. Новогодняя шапка, попугай, парик, гитара. Теперь мне на спине есть гитара, блять. Ну пиздец, конечно. Ладно, пацаны, этим буду заканчивать. В следующей серии посмотрим уже все квесты, именно повыполняем их, потому что я что-то не разобрался с этим. Возможно, вы можете помочь мне в комментариях там написать, что и как делать нужно, чтобы я знал потом в следующей серии и не тупил. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе с мной на Радмире, вводите мой промокод и всем пока.